18 марта 2018 года. Выборы президента Российской Федерации. Важен каждый голос. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости «Анапа. Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Самое пристальное внимание в курорте 2018 года мы обязательно уделим пляжным территориям. Комфортно, безопасно и доступно. Глава города определил приоритеты при подготовке пляжей к курортному сезону. Спорт, он противоборствует наркомании. Здоровая альтернатива. Легкоатлетическим забегом анапская молодежь отметила День борьбы с наркоманией. Пост, конечно же, сопряжен в первую очередь с духовным стремлением человека к Богу. Религиозный подвиг. Все, что нужно знать о Великом посте и ограничениях, не только физических, но и духовных. К курортному сезону на всех пляжах Анапы должны появиться специальные кресла-коляски для купания в море людей с ограниченными возможностями здоровья. Такую задачу поставил глава города Юрий Поляков на совещании с руководителями предприятий санаторно-курортного комплекса. Кроме этого, обсудили другие вопросы формирования доступной среды, а также темы безопасности и благоустройства пляжных территорий. Самое пристальное внимание в курорте 2018 года мы обязательно уделим пляжным территориям. Как говорится, хватит, а натерпелись того, что тут было. Максимально будем заниматься тем, чтобы пляжи соответствовали уровню. В Анапе 127 пляжей. Это более 19 километров золотого песка и гальки. В планах расширить территорию еще на 2 километра. Чтобы на анапские пляжи в этом году не просочились недобросовестные предприниматели, необходим постоянный контроль. По распоряжению Юрия Полякова, минувшей зимой с пляжных территорий было демонтировано более 70 некапитальных объектов. Это незаконно установленные ролеты, кафе и магазины. Видите, вот в 2017 году что было? Это была не пляжная территория, это был рынок. Там, Михаил Владимирович, там и шубами торговали у нас, да, и носками вязаными, ну я не знаю, чем только они торговали на этих пляжах. Сегодня задача очень простая. Нам это не нужно. Я надеюсь, и вам это все не нужно. Давайте пляжи сделаем пляжами. Просто пляжами. Это должны быть навесы, лежаки. Никаких там шашлыков, пива не должно быть. Еще один важный вопрос – формирование безбарьерной среды. По словам начальника управления социальной защиты населения, пока еще не все пляжи адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Нужно оснастить их соответствующими настилами. Вот есть примеры и образцы, какими они должны быть. Пандусами для спуска в море, раздевалками, санитарными комнатами, оборудовать места отдыха, а также обеспечить доступ к медицинским пунктам. Очень правильное предложение с пандусами, с туалетом. Все правильно и надо делать. Это первое совещание в рамках подготовки к курортному сезону. А, допустим, следующее давайте там через месяц сделаем. А конкретно по этим вопросам все покажете, все расскажете. На муниципальных пляжах, кроме деревянных настилов и пологих скатов в море, есть специальные коляски для купания людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделать доступ к морю комфортным для таких людей и на других пляжах – еще одна задача. Тогда такое поручение у меня – переписать все здравницы, кто принимает, да даже кто не принимает. И давайте всех озадачим, чтобы у всех они были на каждом пляже такое кресло просто, и все. И не надо ни о чем тогда думать и беспокоиться. Мы будем знать, что на каждом пляже есть такое кресло. Мы что, инвалид приехал, идет там в проход куда-то в Тополино, и мы говорим, нет, ты сюда не ходи, там пляж у нас, нам упокой, иди туда, там кресло. Нет, этого не будет. Значит, до начала курортного сезона все должны купить. Там, где это нужно. Отдых у моря должен быть не только комфортным, но и безопасным. В этом сезоне все пляжи должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения, подключенными к системе «Безопасный город». Спасательные вышки, медицинские посты и все необходимое оборудование – об этом нужно думать уже сейчас. Ведь курортный сезон в Анапе может начаться гораздо раньше календарного. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа Регион. Более 100 спортсменов-любителей приняли участие в забеге в поддержку Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Погода преподнесла сюрприз, поэтому в этот раз в нем приняли участие самые стойкие.
Погода утром не порадовала, однако участников забега это не остановило. Информацию о мероприятии распространяли в колледжах, техникумах, вузах, в социальных сетях и на главном сайте анапской молодежи «Южак». Дистанция 2 километра. Цель – размяться, а заодно сказать свое «нет» наркотикам. Народ засиделся дома, в учебных заведениях, вот на свежем воздухе. Почему бы не пробежаться сегодня? Спорт, он противоборствует наркомании, любым вредным привычкам. Соответственно, если ты занимаешься спортом, то у тебя даже мысли не возникнет какой-то либо другой деятельностью заниматься. Девушки учатся в анапском филиале Сочинского госуниверситета. Среди них второкурсница Дарья. Как говорит она сама, бегает редко, но метко. Не так давно участвовала в поддержке наших олимпийцев. Люблю ходить везде и всегда. Участвую в жизни универа просто для себя. Самой нравится. Старт был долгожданным для многих участников. Их ждал финиш на Театральной площади и утренняя зарядка. Александр Ребека, Роман Беркалеев, Анапа регион. Уже в этом месяце состоится одно из главных событий года – выборы президента страны. Идти или нет 18 марта голосовать – дело и право каждого. Но анапчане в большинстве своем собираются выполнить свой гражданский долг. Это подтвердил очередной опрос на улицах курорта. Конечно, пойду, потому что мы граждане России, мы должны выполнить правильный долг свой, да, гражданский, и, естественно, мы должны участвовать в том выборе, в том, кто будет управлять нашей страной. Обязательно пойдем. Мы же для себя, наверное, это делаем, выбираем. Может быть, что-то улучшится. Я считаю, что это должен сделать каждый гражданин России. Это обязательство просто перед страной, перед Родиной. Перед Россией. У нас демократия, и то, что мы имеем право голоса, и этим голосом мы пользуемся, воспользуемся должны обязательно. И это каждого человека должно быть право выбора. Обязательно пойду голосовать, обязательно, 100%. Я желаю, чтобы все проголосовали. Это надо для народа, надо и для будущего. 18 марта анапчанам предстоит сделать еще один важный выбор. В этот день в городе и во всех сельских округах пройдет рейтинговое голосование за территорию, которая получит федеральные деньги на благоустройство по программе «Комфортная городская среда». Муниципальная комиссия утвердила 14 объектов претендентов на благоустройство. Это скверы, парки, прогулочные зоны, детские и спортивные площадки. Одна из них находится в селе Суко. Площадка построена еще 7 лет назад при помощи местного депутата. По сути, это единственное место, где сельская молодежь может активно проводить время. Согласно проекту, спортивную площадку оборудуют новыми тренажерами и спортивным оборудованием для занятий воркаутом. Установят скамейки и урны. Как говорит наш президент, вообще надо развивать спорт повсеместно. Не только в каких-то больших городских центрах, но и также на поселковых пунктах. Допустим, вот эта спортивная площадка, пусть и не законченная, но используется. И она единственная на всем протяжении данного поселка нашего, села Суко. Поэтому это просто необходимо ее довести до финальной стадии, потому что ею пользуются и жители, и школьники, и гости нашего курортного поселка. Совсем рядом с площадкой находится школа, в которой обучаются более 200 человек. Если проект будет реализован, то школьники также смогут заниматься здесь на свежем воздухе. Конечно, у нас есть свой зал спортивный, который принимает у нас секции по волейболу и баскетболу. Но, конечно, в настоящее время, когда большое развитие получил спорт и массовые виды спорта, как футбол, сдача норм ГТО, конечно, для учеников нужна спортивная площадка. Получается так, что для того, чтобы были высокие спортивные достижения, необходимо заниматься на селе. Кроме того, что спортивная площадка нужна ученикам, она нужна нашим всем жителям Суко, которые ведут здоровый образ жизни. Будет ли этот проект воплощен в жизнь, решат сами жители. 18 марта они смогут отдать свой голос за площадку в здании 17-й школы. Счетные комиссии будут работать во всех сельских округах и городе. Всего их будет 55. С остальными проектами можно ознакомиться на официальном сайте администрации города или на нашем anaparegion.ru.
Великий пост – время, которое у многих ассоциируется с воздержанием от употребления в пищу продуктов животного происхождения. Настоятель храма преподобного Серафима Саровского пояснил, почему пост – ритуал необходимый, но при этом добровольный, и внимание уделять в эти дни стоит больше не физическому, а духовному очищению. Свет в храме приглушенный, за алтарными воротами черное покрывало. На дворе Великий пост – одно из центральных событий церковного календаря. Пост, конечно, это время ограничения, но полезно. Себя в чем-то ограничивать, потому что иначе человек перестает жить достойной жизнью, начинает жить своей жизнью в ущерб жизни ближних, в ущерб жизни общества. Самое известное и понятное из ограничений – запрет на мясную пищу. В приходской трапезной все постно. Гречневая каша с грибами. На первое – рассольник с перловкой. Само собой, до Пасхи без мяса. Не бойтесь, разнообразите все. Все, что у вас есть, то и готовьте. И все на воде, и все очень вкусно. Кто постится, тот знает, что во время поста пища необыкновенно вкусна. Не потому, что я так готовлю, а потому, что это место здесь такое. При этом священники подчеркивают, пост без веры – просто диета. Если бы дело было в еде, святыми были бы коровы. Пост, конечно же, сопряжен в первую очередь с духовным стремлением человека к Богу, к очищению через покаяние. Покаяние святые отцы называют не иначе, как духовной баней. Представьте человека, который бы не ходил в баню в какой-то промежуток времени, да, а потом бы возмущался, почему его не любят, почему его сторонятся. Вот. Точно так же происходит с нашей душой. Она загрязняется, когда мы о ней не радеем, не думаем. В том числе и поэтому священники не настаивают на строгом соблюдении постного рациона. Особенно это касается детей, людей с медицинскими противопоказаниями. При этом колбаса из сои, по мнению отца Александра, остается колбасой. Обманывать не стоит никого, начиная с самого себя. Александр Ребека, Роман Беркалиев, Анапа регион. Проверить состояние здоровья бесплатно, без талонов и очередей в ближайшую субботу смогут жители станицы Благовещенская. 3 марта в здании Дома культуры станичников будут принимать специалисты Центра здоровья и лечебных учреждений Анапы. На Дне здоровья жители смогут получить консультации узких специалистов и пройти комплексное обследование, сделать ЭКГ, флюорографию, сдать некоторые анализы крови. И в этот же день такой же медицинский десант высадится в селе Юровка. Там в участковой больнице номер 3 врачи будут принимать детское население. Далее информация о партнере программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaporegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300.